Приказ сбивать российский бомбардировщик Су-24 в ноябре прошлого года отдал Ахмет Давутоглу. Об этом сегодня пишет турецкая пресса. В своем интервью бывший премьер-министр Турции подчеркнул, что это распоряжение касалось не только российского самолета, а было общим для обеспечения безопасности турецкого воздушного пространства. Стоит отметить, что Ахмет Давутоглу вновь никак не прокомментировал тот факт, что наш самолет был сбит на территории Сирии. Напомню, месяц назад президент Турции Эрдоган извинился за гибель нашего пилота.